друзья, канал Масалим. В работе у нас Шкода Октавия. Мобиль приехал к нам, сделали всю изоляцию с салона, разобрали. Краткий обзор по багажнику, небольшие куски вибропласта присутствуют. Задние арки, видите, также небольшие полосы проклеены. Это в автомобиле одни из самых шумных мест. А пол в салоне несколько полос проклеено. Крыша голый металл. Мы по дверям смотрим, небольшие квадраты проклеены. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Шкоде Октавия. Проклеен у нас пол. В багажнике задние арки обработаны, крылья. Тщательно прокатываем валетом. Проклеен пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Поступили наносить второй слой. Мембрана шумоизоляции Интегра 6 мм. Продолжаем нашу работу. Шумоизоляцию на оптике.